Женьковые крючки. Значит, смотрим. Тут под 45 градусов загиб. Диаметр здесь меряй, Жень. Сколько? Здесь пятерка. А здесь? Вот здесь тонкий край 2 где-то. 2. На кончик он совсем маленький. Сколько? Где-то 1,2, 1,1. 1,2, 1,1. То есть как на конус уходит крючок. Под 45 градусов. Вот, ну длина тут. Длина где-то 20 сантиметров. Да. Так, берем следующий. Вот такой же аналог. Да. Вот. Ну, здесь длина где-то 40-41 сантиметр. Да. Ну, сейчас еще у меня диаметр. Один другой. Сейчас я инвестиционный. Диаметр. Ну, в смысле, я работаю, но пока еще не получается. 7. Здесь вот начинается утончение. Здесь у нас 4. Да. Ну, и здесь где-то... Во второй половине дня, где-то ближе к часам. Где-то 5. Вот так. Ну и крючок вот такой. Здесь. Здесь идет ровно маленький прогиб. Значит, смотрим. До загиба. 25, сам загиб у нас 16, и этот загиб у нас 4. 25, 16 и 4. Вот, ну, а здесь, в принципе, то же самое, больше крючок. Диаметр у него здесь 8. Здесь тоже 8, а здесь вот сам кончик захода 4, и самый краешек 3. Дальше смотрим. Длина тут до загиба у нас 38, здесь где-то, так, сколько у нас тут? Здесь у нас 15 и тоже 4. 4. Так, теперь вот этот хитрый с пистолетной ручкой. Жень, померь диаметр, пожалуйста. Его. Пятерка, а на кончике здесь. Чуть меньше, может, 4,8. На кончик также будет. Да, затачивать надо. Ну и здесь у нас получается по ровной у нас 12, потом угол у нас идет где-то 13, и тут сантиметра 3-4. Вот он загиб. Вот. Ну, это понятно. Остальное все у меня как бы есть. Все, спасибо.